Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Paradise Alanya, недвижимость в Турции. Нашел в Махмутларе двухкомнатную квартиру от наших дизайнеров, квартирка под ключ. Этот проект был сдан 5 лет тому назад. Значит, здесь присутствует даже вот такой кран. Вода постоянно есть. Вот скамеечка. Такой вот садик. Расстояние от этого места до воды 540 метров, дорогие зрители. Здесь у нас просторный ухоженный сад. Пройдемте мы в лобби. Строил надежный, качественный застройщик Алании. Тут у нас сауна. Такая просторная сауна. Здесь у нас игровая комната, бильярдный стол, теннисный стол и мини-футбольный стол также присутствует. Здесь у нас душевые кабинки и санузлы. Так, отсюда есть выход к бассейну. Присутствует здесь у нас два лифта. Таких вместимость 4-5 человек. Квартира находится на верхнем этаже. Здесь у нас фитнес такой. Здесь у нас выход к бассейну этого проекта. Вот такой просторный бассейн. Есть также шезлонги, зонтики убраны, так как есть ветер. Вот такое здание. С той стороны у нас беседка, просторная площадка у этого проекта. Вот тут беседка, зона барбекю, вот там барбекю. Здесь детская игровая площадка, вот такая просторная для детей. И тут у нас открытая парковка. Генератор тоже также присутствует. Вот наша квартира, которая продается. Первый этаж по лифту, а так вон второй этаж ставится. Айтат у этого проекта 180 лет. Вот такая площадка тут на этаже 3-5 квартир. Вот это такая дверь тут. Вход. Включим свет. Такая прихожая. Здесь санузел. Просторный такой санузел, проточный водонагреватель фирмы Siemens. Здесь вот такая душевая кабинка. Тут у нас у прихожей стоит шкаф. Здесь такая спальня огненная, тоже такая вот. Вот такая просторная спальня. Здесь где-то 14 квадратных метров минимум. Квартира 68 квадратных метров брутто. Жилая площадь 57-58 квадратных метров. Вот такой просторный салон, совмещенный с кухней. Столешница у нас гранитовая, также духовка, плита и вытяжка фирмы Alpina, остальное все Altus. Вот такой дизайн у квартиры.
коричневый с белым цветом. Кондиционер у нас инверторная Siemens. Видите, какая просторная гостиная, совмещенная с кухней. Кого интересует недвижимость в Алании, обращайтесь. У меня есть любой портфель на любой критерий, на любой вкус. Вот такой просторный балкон. Выходить не буду, так как там пыль. Вот вид с балкона на бассейн. Квартира просторная. На самом деле здесь квадратный метр выше 70, как они считают брутто. Но я говорю по меркам. Российским меркам, так как у меня зрители в основном хотят, чтобы я писал квадратные метры, как они понимают. Так, дорогие зрители, хочу подвести итог о этой квартире. Проекту уже 5 лет, уже пошел 6-й год. До моря здесь 540 метров максимум, отмерял по карте Google. Рядом присутствуют маркеты, рестораны и тому подобное. Продается в таком дизайне. Квартира под ключ. Цена этой квартиры 68 тысяч евро. Скидочку по-любому добью для вас, дорогие зрители. Звоните. По любым критериям я вам найду то, что вы ищете. Бюджетные варианты я стараюсь редко снимать уже, потому что быстро распродаются. Смысла не остается их снимать на ролик. Теряю просто время. Все, с вами был мистер Агаси из солнечного Алания района Махмутлар. Всем пока-пока.